Не менее 17 человек, по украинским данным, пострадали в результате авиаудара по медицинскому комплексу в Мариуполе. Там располагались детская больница и роддом. Местные власти сообщают, что число раненых еще будет уточняться. Мариуполь сейчас остается в блокаде. В городе, по сообщениям украинских СМИ, не осталось элементарных бытовых удобств. Кварталы непрерывно подвергаются обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере назвал произошедшее зверством и вновь потребовал от Запада ввести над Украиной бесполетную зону, упрекнув западных лидеров в потере гуманности. Премьер-министр Великобритании, который накануне, среди прочих, слушал дистанционное выступление Зеленского в британском парламенте, заявил, что Лондон окажет Украине помощь в защите от воздушных ударов и сделает все возможное для привлечения Путина к ответственности за ужасные преступления. Официальные российские источники не комментируют произошедшее. В Москве заявляют, что эвакуация мирных жителей из Мариуполя срывается по вине Киева, который ведет обстрелы гуманитарных коридоров, а также размещает артиллерию в густонаселенных кварталах.